Здравствуйте. Главный летитель морского лесничества Тихон Сергей Владимирович. Я смотрю, вы сидите тут. Отдыхаем. Просьба. Природа люблю. Костры не горят. Сейчас у нас введен особый противопожарный режим. Запрещено разжигать костры. Очень осторожно обращайтесь к куревому, если курите. И при случае возникновения пожара сообщайте или 112, или 01. Необходимо отметить, что с 8 июня штрафы за нарушение правил пожарной безопасности увеличиваются в 10 раз. То есть на данный момент, если штраф предусмотрен от 4 до 5 тысяч рублей на граждан, вот, то с 8 числа штраф увеличивается в 10 раз, то есть от 40 до 50 тысяч на граждан, которые пребывают в лесах и нарушают правила пожарной безопасности. То есть разводят костры, мусорят, костры, неважно, это просто костер, либо это мангал, жаровня, то есть это все в правилах прописано, в любом случае огонь разводить нельзя. С квадрокоптера мы видим, что на острове Табачный причалены лодки и находятся рыбаки. Сейчас мы подойдем к рыбакам, и потому что мы смотрим, они не разжигают костер, а просто ловят рыбу, ну, проведем профилактическую беседу. Здравствуйте, рыбу ловите? Я смотрю, вы костры не разжигаете, ну, можно и другие спички зажечь. Понятно. Поэтому сейчас особый противопожарный режим. Очень-очень осторожно скуриваем. И не разжигаем костры. На данный момент проведено более 2000 патрулирований совместно с сотрудниками полиции, МЧС. Выявлено порядка 30 нарушений, наложен штраф на сумму 100 тысяч рублей. И в основном это граждане, пребывающие в лесах, которые нарушают правила пожарной безопасности, правила санитарной безопасности. Люди приезжают на природу отдыхать. У российского человека отдых очень часто связан со спиртным. И вот до 2-3 часов еще люди, не успевшиеся набраться, адекватно отвечают. Если кто-то разжигает костер, тут же тушат, заливают. И извиняются. Вечером после 6 часов очень много пьяных. Чаще всего это патрулирование проводим совместно с сотрудниками полиции. Потому что могут и ругаться, неадекватно себя вести. Поэтому при виде сотрудника полиции все-таки, ну, это сдерживает их.